Всем доброе утро, добрый день, добрый привет. Вечер. Привет. Мы сейчас уже находимся на этой парковке фестиваля. Короче, сегодня с утра у нас Максим все-таки занялся бегом. В 6 утра, в 7 утра, во сколько, я уж точно не помню, ему позвонило начальство и сказало, что срочно нужно работать. А у нас отключили свет, и ноутбук был разряжен. И Максим спускался вниз, чтобы узнать, где отключен свет и вообще посмотреть, где что работает. Но в конечном итоге лифта у нас тоже не работала, живем мы на 8 этаже, поэтому... Пришлось бегать. Да, засчитали ему за пробежку. Но сейчас мы на фестивале, мы идем на выставку автомобилей, я уже их вижу, мы уже входим как раз-таки с парковки в торговый центр. Лады Калина, что ли? Лады Калина, Максим строит. Это первый этаж. Сейчас посмотрим, что здесь как. Сегодня, нет, наверное, вы сегодня уже знаете результаты конкурса, поэтому заранее хочу поздравить, потому что мы еще не знаем, мы сейчас только будем дома все это отснимать. Смотрите, в общем, только зашли, и перед нами уже машинки. Я люблю тайцев, что они еще не испорчены всякими розыгрышами. Получается так, то, что вы можете все равно поучаствовать и что-либо выиграть. Ой, вон девушки, смотрите, металлики какие. Терминатор. Да. Покупай, покупай, собай, собай. Зая, какую машину ты мне сегодня купишь? Вон ту, желтую. Желтую, дальнюю. Ну, в общем, здесь машины такие. Я думал, конечно, будет поинтереснее. Тест-драйв можно, да? Вот, крысинки, вот такой желтый цвет. Или белый? Не, мне синий. Синенько. Он красненькая есть. А тебе вот такой? Вон ту хочу. Воу-воу-воу, полегче, полегче. А это у нас стоит 2-300 миллиона. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу, полегче. Вот это что-то, МРФ. PS Modifi, Modifi. Sugar Baby. Вот эта тачка. Да, у нас в городе такое не встретишь. А жопа-то какая, жопа. Можешь ее это, можно скоммуниздить? А, она еще и на автомате, что ли? Ну, в общем, на такой бы машине я пока... Но она грязная, заляпанная уже. Ну, машина не видно. Ну, ладно, фоткайся. Кристинка, он фотается уже. А-ху! Я хотел испортить, но не получилось.
Она, короче, идет как этот. Как это сказать? Она просто на рекламном щите была. Она, видимо, как это. Все. Вот еще одна. Последняя машина и все. Я, конечно, надеялся, что сегодня будет прям супер. Да, то есть я думал спорткары, как вот этот, вот это красное. А у меня... Что, сейчас посмотрим, может быть, наверху что-нибудь интересное есть. Но навряд ли, они на второй этаж, вы навряд ли, да, завезли? На втором этаже нет. Нет, не было ни разу. Ну, оказалось, что это всего лишь продажа машин была. Мы думали, здесь прям шоу-шоу будет такое. И чё? И где шоу? И всё. Всё, я расстроился. Вот, всё, я здесь нажимаю. Мы вошли в Ачиндам. Не знаю, зачем мы зашли, но посмотрим что-нибудь. А у нас солнечная погодка. Да, солнышко будет видно. Смотрите, как красиво. Полиция. Да, вот здесь полицейский участок, там рядышком. Ой! Что, собай? Нет, мы с обратной стороны, нам надо будет потом выйти. А, или это здесь? Нет, с той стороны. Нет, это вот с этой стороны. Что? Посмотреть вывеску на следующий месяц. А, ну пойдем, зайдем. Мы, в общем, от этого места далеко не отходим. Мы снова на этих... Нет, на эскал... Так вот он, этот этаж. Просто снова на... здесь, недалеко от фудлофта. Это все говорит о том, что мы любим поесть. Вот здесь написано, что будет, скорее всего, конкурс какой-то, Мисс Паттайя мотошоу. Живые концерты со знаменитыми певцами. И где? Где? Вечером опять? И опять день на севере? Наверное. Ну, в общем, пока программы новой нет. Мы так и не поняли. Написано было, что будет и конкурс Мисс Мотошоу, и будут какие-то выступления, кто здесь и кто был на этом мотошоу или будет, или кто знает, как это все происходит, напишите нам в комментариях. В принципе, до 5 числа все это будет происходить. Если вдруг вы знаете где, дайте нам знать, мы обязательно туда сходим. И что, человек, допустим, который приезжает сюда отдыхать, он приезжает и смотрит просто на те машины, которые продаются. И то, вот эта красная, она не продается, а просто камуфляж. Вот, что-то там происходит. Сейчас мы туда сходим, посмотрим. Захотел, посмотрел, офигел. А вон народ собрался. Пойдем посмотрим. Я походу, может быть, это аукцион. Я да. Просто не понимаю по-тайски ничего. Okay, you win iPhone quiz. Now we got bomb down, we got. We got a start to win, we got key. Let's go.
Сейчас, секундочку. Максим у нас поучаствовал, попытался, по крайней мере, выиграть iPhone. Выиграл пакет. Ты комментируешь? Я выиграл пакет. Обида. Обида. Ну расскажи. Ну что? Почему не получилось? Руки тряслись. Ноги тряслись. Сам трёсся. Я знал ответ, но я специально не сделал. Не шестерка, за шестерку бы сделал. За шестерку бы сделал. Мотивация плохая. Вообще за секунду бы сделал. Мне кажется, он опять будет раскладывать. Может, другая головоломка. Может быть. Хочешь еще подождать? Видно. Я. Нет, ну был бы какой-нибудь. Ну не 4, четверка. iPhone 4 это. Очень-очень-очень. Его можно за здесь 6 тысяч. Ну у тебя же как раз батарейка садится на телефоне. За 6 тысяч рублев. У тебя есть теперь пакет. Зато у меня есть. У тебя есть свой Ford. Да, у меня есть теперь. Есть пакет, есть мотивация на то, чтобы купить себе Ford. Это, как говорится, да, купил шины, купи и машину. Че? Все? Домой? Ну а почему мне не дали iPhone? Ну, а нет. Я, допустим, хотел себе машину. А прикинь, там супер игра была бы. А я вот, наверное, была бы, да? Очень, очень легко. Пойдем на улочку. Очень легко было.